Школу 60-летней истории в Автозаводском районе капитально отремонтировали и снаружи, и внутри. Глава города Юрий Шалабаев проверил, как выполнены работы. Родители учеников не пустили ремонт на самотек. Регулярно проверяли, как идут работы. У кого-то в 171-й школе учились несколько поколений членов семьи. Я сама была выпускницей данной школы. Это было 20 лет назад. И поэтому мы очень счастливы, что рядом в шаговой доступности есть обновленная новая школа. И все наши детки будут ходить в такую замечательную реконструированную школу. Конечно, свою школу ждали. Ждали, ходили, смотрели, когда дети хотят. Они уже тут знают, что у них будет новый спортзал, новая площадка, кабинеты все обновленные. То есть они уже ждут, хотят с удовольствием 1 сентября, чтобы прийти в новую школу. Будем будущие выпускники 9 класса, поэтому мы тоже очень рады, что наша школа будет открываться. Вот, для того, чтобы наши выпускники вышли именно из родных стен нашей школы. Во время ремонта ученики школы ходили на занятия в соседние школы. Учебный процесс был организован на базе 3 школ. Одна из принимала школы 5, там учились учащиеся 1-4 классов. Школа 190, часть учащихся обучались. И 125 школа. Учились мы и в 1-ю, и во 2-ю смену. Так что особых проблем это не создало, потому что все эти школы находятся в шаговой доступности. В школе отремонтировали учебные классы, а также оборудовали медицинский кабинет. Полы в коридорах выполнены из современного пожаробезопасного покрытия. Особой гордостью стал спортивный зал и новые беговые дорожки, на которых теперь можно заниматься в любое время суток, благодаря новым опорам освещения. В ходе капитального ремонта проводился ремонт кровли, ремонт фасада, коммуникаций, теплоснабжения. То есть все работы, которые необходимо выполнить. Кроме того, были значительные замечания к этой школе у Роспотребнадзора, у Пошнадзора. В общем, там находиться было где-то даже небезопасно, и нужно было срочно принимать меры. Помимо внутренних работ, осуществляли работы и по внешнему периметру, установили новое периметральное ограждение, новое освещение и устанавливаем видеонаблюдение. А это уже вопрос безопасности, который тоже очень важен, может быть, даже на первом месте. Это стало возможным благодаря программе, инициированной главой региона Глебом Никитиным. Мы очень рады, что сейчас на федеральном уровне запущена программа капитального ремонта образовательных учреждений. Это позволит Нижегородской области решить больше проблем, связанных вот с инфраструктурой, с капитальным ремонтом. Мы сейчас направили заявку в федеральный центр на 18 миллиардов рублей, потребность Нижегородской области для того, чтобы привести вот всю материальную базу наших образовательных учреждений в нормативное состояние. Планируется, что школа номер 171 примет учеников 1 сентября. Мария Бурова, «Время новостей».